Какие книги три сформировали тебя? Я точно отправлю сюда «Атланта». Это первая книга, которую я взахлёб убил просто. Очень благодарен Стивену Кови. Это прям Библия фактически. Она находится на Олимпе как раз бизнес-книг. И третья книга? Наверное, это «Алмазный огранщик». Майкл Роуч. Майкл Роуч, да. Утонченная, но при этом глубоко структурированная история пути от одной точки, да, в какую-то совершенно иную, и несмотря на то, что это вроде бы там Америка, оно очень близко к описанию ситуаций, которые характерны для любой компании, для любого вообще вот бизнеса. Это настолько прям жизненно.